слово огласительное во Святую Пасху. Если кто благочестив и любит Бога, пусть насладится этим светлым торжеством. Если кто раб благоразумный, пусть исполнится радости Господа своего. Если кто утомился от поста, пусть примет ныне награду. Если кто с первого часа работал, пусть получит ныне должное вознаграждение. Если кто после шестого часа явился, пусть не сомневается, потому что ничего не теряет. Если кто замедлил до девятого часа, пусть является без всякого опасения. Если кто пришел только в одиннадцатый час, пусть не страшится замедления, так как щедрый владыка и последнего принимает наравне с первым. Дает отдых в одиннадцатый час пришедшему, равно как и работавшему с первого часа. И последнего милует, и о первом заботится. И тому платит, и этому дарит. И дело ценит, и расположение хвалит. Поэтому войдите все в радость Господа нашего, и первое, и вторые мзду получите. Богатые и бедные друг с другом ликуйте. Воздержанные и нерадивые день почтите. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь сегодня. Трапеза полна пищи. Наслаждайтесь все. Телец огромный. Пусть никто не уйдет голодным. Все пользуйтесь богатством благости. Пусть никто не плачет от бедности, потому что явилось общее царство. Никто пусть не оплакивает согрешений. Прощение воссияло из гроба. Никто пусть не страшится смерти, потому что освободила нас смерть Спасителя. Схваченный ею попрал ее, сошедший в ад пленил ад, огорчил его, вкусившего от плоти его. Это Исаия предвидел, когда сказал: «Ад, говорит, огорчился, встрепенулся, пришел в движение. Встретив тебя в преисподней, он огорчился, потому что потерпел поражение, огорчился, потому что потерпел посмеяние. Взял тело, а нашел Бога. Взял землю, а встретил небо. Взял то, что видел, а напал на то, чего не видел. Смерть, скажи, где твое жало? Ад, где победа твоя? Воскрес Христос, и ты низвержена. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и нет ни одного мертвого в гробе. Христос, воскресший из мертвых, стал начатком умерших. Ему слава и держава во веки веков. Аминь».